привет! Сегодня прокатимся на лодочном моторе Вихрь-20 70-х годов выпуска. Проверим, сколько он пройдет. На 1 литре бензина в полный газ на лодке Казанка. На этом моторе я поставил оригинальные катушки, как стоят с завода. Заодно посмотрим, как он сейчас будет работать. Вот эти амортизаторы даже нашел, родные поставил. Их тут не было. Литр бензина готов. Вихрь-20. Казанка. Так, ну все, приступаем. Наш измеритель включили. Сейчас запускаем мотор. Так, пойдем по течению. Полный газ. Вот полный газ. Скорость 42. Все отметку километров. Бензина вот сколько ушло. Все отметку 2 километра. Где-то половина. Так, все, мотор заглушили. Литр бензина закончился. В бутылочке пусто. Ну вот, сегодня проверили, сколько у нас на 1 литре бензина в полный газ прошел Вихрь-20 железным колпаком на лодке Казанка. Результаты получили следующие. На 1 литре мы прошли ровно 4 километра. Скорость была максимально 43, а так где-то 42-41. Времени потратили 6 минут 12 секунд. Как-то так. Всем удачи, всем пока.